Ну що, шановні телеглядачі, а в мене для вас є сюрприз, тому що до нас прийшов Євген Кіося, методист Харківського зоопарку з Єлизаветою, але вони прийшли ще й з прекрасною курочкою, яка допомагає мені вести ефір, тому що вона прекрасно говорить. А чому вона говорить і що це за курочка, розкаже нам пан Євген. Розкажіть, будь ласка. Да, дійсно, ми прийшли сьогодні з курицею, і так от вроді би кажеться, к курам всім таке якесь відношення, ну як би куриця, ну і що, як би всякі птиці і пейнті. Интереснее, а на самом деле курица это просто-таки главная птица на планете. На самом деле сейчас на планете живет там по разным оценкам от 10 до 30 миллиардов кур. И их по численности больше, чем людей, значительно больше, чем любых домашних и любых других крупных вообще диких животных. То есть на самом деле куры, они везде. И я думаю, что вот если наша цивилизация вдруг вымрет, да, ну будем надеяться, что это не произойдет в ближайшее время, то наши какие-то потомки или инопланетяне, если будут раскапывать археологию, да, то главный элемент, по которому наше время они определят, это куриные кости. Потому что этого, наверное, больше всего будет в осадках. Вот так как мы находим какие-нибудь там рубила, там палки-копалки, там еще чего-нибудь от первобытных людей, вот от нашего времени мы найдем кучу куриных костей. Поэтому куры, они везде. И давно они уже с людьми, где-то, может быть, 7-8 тысяч лет уже. Но любопытно, что их одомашнили, как ни странно, не для того, для чего их сейчас в основном используют. То есть сейчас курица, ну, чего греха таить, употребляется в пищу, да, то есть мясные куры, яйценосные куры. А одомашнили их, по всей видимости, вовсе не из-за этого, а для содержания в качестве бойцовых животных. Вот, то есть до сих пор сохранились бойцовые петухи, да, они там отличаются от тех, которые в основном используются там в пищевой промышленности. И вот как считается, что это было такое одно из самых-самых давних развлечений. Ну, где-то эти куры там ходили, естественно, рядом с человеком там что-то клевали, да, какие-то остатки там зерна, а люди вот научились их так использовать. А потом уже это перешло все дальше, когда уже стали там строить курятники, когда уже начали выводить яйценосные породы кур, вот, и добралось... І да, таких кур, які ми принесли в студію теж. Угу. Пане Євген, чому вона маленька? Чому вона з таким чубчиком? Вона інакша, вона якась породиста? Да, ну це, я думаю, ти, Ліза зараз розкаже. Да, це порода бентамка називається. Це декоративні карлікові курочки, які спеціально були виведені. Вообще родом они из Азии. Сейчас их очень любят фермеры, так как они по своему размеру самые маленькие. Их хорошо кормить, они меньше кушают, чем обычные курочки, но при этом они несут достаточно много яиц, за год порядка 150. То есть это достаточно, да, выгодно для содержания. Также они сами по себе очень такие красивые, у них у всех пестрый окрас, вот такие вот хохолочки на голове. Ну, а так, в принципі, ні, нічим від звичайних куриц не відрізняються. А догляд за ними, в принципі, такий самий, як і за звичайними курами. А які ще бувають породи? Можливо, ви знаєте, які ще бувають? Ну, пород много там, около... Ну, ось, наприклад, я знаю, є ліліпутки теж, вони з такими гарними лапками. Є множество декоративних пород, які іменно от красиво виглядять. Є м'ясні породи, які іменно дуже набирають вес. Є породи спеціально яйценосні, у яких там не то, що 150, а там счет на многі сотні яєць йде в год. Є якісь бойцові породи, які віддільно відрізняються теж по своїм качествам, і внешне вони навіть совершенно інакше виглядять. То есть этих пород, их на самом деле очень-очень много разных. А что вы можете нам рассказать, чем вы занимаетесь, и тому вы пришли сами с ней, так? Вы занимаетесь пана Евгена? Ну так. Тут курица отвечает на вопрос. Дело в том, что вообще какая связь между курами и Харьковским зоопарком? Вот вроде не очевидно, но на самом деле история Харьковского зоопарка, она включает в себя такой интересный момент, когда, в общем, крупных животных на территории зоопарка было не так много. Был публичный акварий, была шелководческая станция и пасека, и разводили кур.
И значительная часть доходов зоопарка была именно от продажи кур. Как это ни странно, то есть на самом деле курица, она для харьковского зоопарка сыграла роль такую, ну, довольно важную. Да, и до сих пор мы используем кур, да, в частности, такие декоративные курочки, они с нами ездят на выездные лекции. То есть зоопарк сейчас не работает, он закрыт, но мы-то продолжаем свою работу. У нас, например, есть выездные лекции в интернаты, в школы, там, в другие учреждения, где мы рассказываем про животных, в том числе и курица, это тоже такой объект. Казалось бы, ну кто не видел курицу, да, нас иногда спрашивают, что это курица, как бы, но многие дети, им какие-то простые и обычные и понятные животные, особенно вот младшим детям, они даже как-то вот лучше нравятся, больше нравятся, чем что-то, что они видят в первый раз. Вот, например, показать там какую-нибудь насуху там или скунса, а они такого, в общем, никогда и не видели, и не слышали, они не понимают, как к этому относиться. А когда им показывается кролик или, например, курица, вот это они сразу знают, что это такое, они знают, как себя вести. Вот и... А скажіть, будь ласка, вони кусаються? Ось вони зараз спробували вкусити Лізу. Чи це просто вона захищається зараз? Да, я думаю, просто все интересно, а все-таки она в новое место попала, поэтому нужно все как детям попробовать на зуб. На эту тему очень интересно одно есть. Вот кажется, милая такая курочка, и мы используем столько кур в птицеводстве, а ведь на самом деле птицы, и в том числе эта самая курица, это родственники динозавров. Как некоторые полагают, что это либо вообще просто прямые потомки динозавров, которые дожили до наших дней, но по другим версиям это какая-то группа параллельно развивавшаяся вместе с динозаврами. И вот что интересно, есть такой биолог Джек Хорнер, если я там не перекривлял его имя, и что он, собственно, придумал? Он придумал сделать курозавра. Что такое курозавр? Вот как был в свое время фильм «Парк юрского периода», там потом переснимали его продолжение, и там была идея выделить там якобы ДНК динозавров там откуда-то, из каких-то там комаров в янтаре, куда-то там их пересадить, эту ДНК, и сделать динозавра. А Джек Хорнер, он предложил другой способ, более реалистичный, он сказал, вот у нас есть, в принципе, почти динозавр, это курица. И курица, это же в биологии, на самом деле, один из главных объектов для изучения, про кур нам известно больше, чем любых других птиц. И сказал, а давайте вот мы подумаем, чем курица отличается от динозавра. Вот она отличается тем, что у нее иначе устроены передние конечности крылья, иначе устроены челюсти, у нее там клюв без зубов, там хвост по-другому устроен. А давайте мы генетически попытаемся переделать это обратно, чтобы у курицы опять был длинный хвост с большим количеством позвонков, чтобы у курицы были зубастые челюсти, чтобы у курицы были передние лапы, как у динозавра. И постепенно он начал перестраивать, определенные успехи там, кстати говоря, уже есть, так что не исключено, что мы когда-нибудь этого курозавра таки увидим. Да. Ну, ви знаєте, ви мене кожного разу дивуєтесь всім, що у нас робить в научному нашому світі. А скажіть, будь ласка, ось є курка, чи взагалі тримають домашніх кур? Ну, от є, я знаю, що в селах кури, а от вдома вже дійшли до того, щоб вдома тримати в квартирі курку? Лиза, у тебя нет дома курицы? У меня были цыплята какое-то время дома, да. И как твоя мама это восприняла? Моя мама у меня очень любит животных, ага. Поэтому, да, они у нас жили в клетке, но когда они уже подросли, мы отдали их тоже в деревню, но пока они были маленькие, они были дома, я их кормила всегда. Мне все время почему-то вспоминаются какие-то странные истории, я не знаю, еще одна странная история про кур. Такая страшная немножко. Вот показ про домашнюю курицу, вернее, петуха, насколько я помню. Там какой-то был человек, значит, который в один прекрасный день решил своего петуха зарубать там на слуп, очевидно. Вот, и ему отрубил голову, но неудачно. Вот, и у него часть мозга в результате осталась, то есть он остался без головы фактически, как шея, там, и, там остатки ствола мозга. Но он выжил. Вот, и он посчитал, что как бы, ну, если он уже выжил, то как бы, ну, уже добивать его уже не стоит. И после этого этот петух фактически без головы жил, по-моему, больше года у него, значит. И он с ним ездил, показывал, значит, этого безголового петуха. Причем он как-то там вполне функционировал. Ну, есть он сам не мог, конечно, его там надо было кормить, значит. Но, тем не менее... А как его кололи чем, чтобы много давать? Его нет. Ему-то этот пищевод фактически эту еду там какую-то измельченную там заталкивали. То есть выглядело это все страшновато. Но это что показывает? Это показывает, что как бы вот в природе животные могут быть устроены
устроены и работают не совсем так, как нам это привычно, что вот оказывается для нормальной жизнедеятельности курицы достаточно совсем небольшого участка ствола мозга, где самые базовые функции у нее реализуются. Это просто вот еще раз показывает, насколько курица удивительное животное. Что все говорят, вот курица не птица, там куриные мозги там, и так далее. Но на самом деле это животное очень интересное, заслуживающее большого внимания. Что ж, пане Івене, дякую, що ви до нас завітали, що завітали до нас такою прекрасною тваринкою. Привіт! А ми не прощаємося, ми сьогодні говоримо на досить цікаві теми, тому не переключаємося та просипаємося разом із нами.